мой родной, хотя я, кроме того, что историк, еще и журналист, прежде всего, и журналист, и последние лет, наверное, 15 программ веду, конечно же, на украинском языке. То, что происходит сейчас, я приветствую двумя руками, потому что еще в 2014 году, в 2014-2015 годах, когда только началась декоммунизация в Украине, я очень сильно поддерживал и поддерживаю вот эту волну, будем так говорить. И я лично уверен, я среди тех, будем так говорить, кто категорически уверен, что не могут в Харькове сейчас быть топонимы, связанные так или иначе с Россией. Говорят, а почему Пушкина трогаете? Зачем переименовывать из центральных улиц Харькова Пушкинскую? Такое милое для слуха харьковчан название. Очень-очень классная улица, приятная, связанная у многих с очень хорошими воспоминаниями. Да дело в том, что это одна из центральных улиц. А мне кажется, что Пушкин, который действительно, естественно, не бомбит, не обстреливает ни Харьков, ни другие украинские города, он на том самом знамени русского мира, под которым происходит так называемое освобождение нас от так называемых нацистов, он, к сожалению, одна из составляющих скреп вот этого самого русского мира. Его так или иначе используют. Поэтому мне кажется, что Пушкинская улица не должна быть в Харькове. Я знаю, что это мнение разделяют не все харьковчане.